Сотрудники Музея истории сразу же предоставили Вологдину выставочный зал. Такая живопись действительно является украшением музея. Все работы наполнены позитивом, яркими красками, выразительностью. Каков человек в жизни, можно смело судить по его работам. Полотна Ивана Васильевича воспевают гармонию человека с природой. Он родился в 1926 году в Читинской области, принимал участие в боях на Дальнем Востоке. И только после демобилизации поступил на живописное отделение Иркутского художественного училища. Работая преподавателем в школе, много писал, становился участником всесоюзных, областных и городских выставок. Несмотря на столь глубокий возраст, скажем так, он работает, он живописец действующий, скажем так. Он не живет дня, чтобы не писать. Зачастую, вот на Украине у них с мамой маленький домик, в 4 утра встает и пишет, пока солнышко светит.